Приветствую, уважаемые подписчики на нашем канале. Сегодня мы опять находимся в Чернобыле. Хотелось бы вам показать вот такой вот магазин, который мы обнаружили. Сколько раз здесь ходили постоянно, не обращали внимания. И вдруг обнаружили, что здесь есть магазин и кое-какие интересные моменты, которые мы вам покажем. Находится оно недалеко от центра. Значит, магазин выглядит вот таким вот образом. Обыкновенный деревянный дом, причем старый, судя по вот этим вот бревнам, с чего он сделан. Возможно, даже довоенный. Ну, чтобы привязаться, рядышком находится вот стадион. Сейчас стадион, вот эта площадка используется как площадка, на которой находятся солнечные батареи. Отдельно мы снимем репортаж. Вот, по всей видимости, центральный вход был. Мы видим, да, в такой вот конфигурации интересной. И мы попробуем проникнуть вовнутрь и показать, что там у нас находится. Итак, одные двери. Ручка такая вот интересная, старая. Вот, петли смазанные скрипят. Замок закрывалось. Вот, место для опечатывания было. Так, здесь журнал какой-то. Консервы. Одна дверь выломана. Итак, что здесь внутри? Значит, вот перевернутые прилавочки такие вот были. Ящички, помните, да? Груда кирпича. Видимо, проем стенной упал. Ну, так-то находится в аварийном состоянии. Но мы, как всегда, рискуя, для вас покажем. Вот такие вот полуразрушенные, поломанные находятся здесь счеты. Опять же, витражные всякие мебели. Мебель витражная. Куча бутылок. Вот. Вот такой вот холодильничек, помните, да? Вот. Я не знаю, это старое или нет. Вот такие вот вермишельки продавались с тех времен. Еще высший сорт. Цена 54 копейки. Вот сейчас я так аккуратненько переверну. Пожалуйста, 600 грамм. Вот. Видимо, они были целые здесь, брошены в магазине. Потому, почему? Потому что вот мыши поели. Вот реально эти вот дырки, вот так я сфокусирую, это то, что мыши поели. Упаковочная вот такая вот бумага, помните? Вот. Ага, дверь это все-таки не была не входная. Вот она заделана, которую мы с улицы смотрели. Вот. Мороженые палочки, помните? Вот они такие здесь лежат. Вот. Всякое здесь такое. Да, видимо, вермишель была. Все-таки целые пачки были. Вон груда валяется этой бумаги. Печи выломаны. Какие-то кирпичи такие интересные, обратите внимание. Тоненькие. Я таких вообще не видел никогда. Это огнеупорные. Тоненькие. Ну, печи, как мы видим, все разрушенные. Это везде, по сути дела. Вот с такого кирпичика. Смотрите, какой кирпичик маленький. Интересный вот он. Вот кирпичик я нашел такой. Он маленький буквально. Вот моя ладошь. Вот он, этот кирпич. И с него сделана вот эта вот печка. Вот выложена она, огнеупорная. Да, скоро уже в аварийном состоянии. Скоро все рухнет. Так, что еще? Это другое помещение, отдел какой-то был, видимо. Ага, что интересно. Бумага упаковочная, помните, валяется здесь, рулоны. Вот такие вот мешочки, помните, да? Мешки вот такие вот были для упаковки, расфасовки. И вон сыры. Коробочки с под сыров. Обои упали от сырости. Вот, интересно. Палочки мороженые валяются. Видите, вот такие вот эти. Вот они, помните, да? Специально для вас, чтобы вы вспомнили, кто застал этот период, как я в свое время. Так, пол у нас развалины. Какая-то картина была. Тазик. Ага, здесь подвал. Надо быть предельно аккуратными. Смотрите, какой здесь подвал. Вот,
подвал какой-то. Вон даже какая-то банка целая с консервы. Сейчас, секундочку, повыше сфокусировать. Вот она целая лежит. Прогнувшая крышка, но целая. Не будем туда подходить, так как перед нами опасная пропасть. Так, попробую выйти с другой стороны. Так. Ага. Вышли. Вот так вот. Доски тут висят над моей головой. Всякие бочки. Всякая разрушенная. Да, везде присутствие человеческого фактора. Везде все это валяется. Какие-то журналы, отчетные документы. Вот, и вот эти кирпичи опять интересные такие. Надо скоро коллекционировать эти кирпичи. Потому что вот интересно, здесь есть ли какой-то штамп или нету. Видимо, штампа нету. Но интересно реально кирпичи. Реально интересно. Вот на земле они валяются. Мы через них переступаем. Так, и вот дворовая часть. Тут все вокруг валяется. Попытаемся выйти. Итак, это один из магазинов. Чернобыля в центре. Вот, в центре самого Чернобыля. Вот такой скворечник сделано. Люди отдыхают, ходят. Зашли в магазин, отоварились. Попытаюсь выйти. Фу, собаки. Так, ну... На этом мы, наверное, будем прощаться. Вот я со всех сторон пытаюсь обхожу, показываю, что здесь вокруг находится. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Будет интересно, мы вам расскажем. Всего доброго.